парке Малевича прошел 5-й трейловый забег «Неоткрытые края». На старт вышло более 500 человек. Участие приняли не только жители Одинцова, но и гости из разных городов и регионов, и даже иностранные спортсмены из Китая и Франции. Самому юному участнику соревнований исполнилось всего 2 года. Трейловые забеги – сравнительно новое для России спортивное увлечение. Это бег по природному рельефу в свободном темпе.